В Зауралье полным ходом идет посевная. Поля наполняются различными культурами – рожь, пшеница и ячмень. Как докладывал губернатору области на одном из заседаний правительства региона первый заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, посевная площадь в регионе в этом году составит 1 миллион 400 тысяч гектаров. Посевная в этом году проходит хорошо. В этом году мы начали посевную в оптимальные сроки, это 15 мая. На сегодняшний день уже засеяно 800 гектар рапса и 3200 гектар пшеницы. Через два дня планируем заканчивать посев пшеницы и переходить на посев серых хлебов, это овес, это ячмень. Механизаторы – главные действующие лица. Именно они – залог успеха будущего урожая и продовольственной стабильности региона. Сеем пшеницу. Чем быстрее ее посеем, хорошо заложим ее, пшеничку, тем урожай будет лучше. И зарплата лучше будет от этого зависеть. Очень сложно. Надо серьезно к этому относиться, чтобы нормально все было. В этом году для обеспечения высева не менее 85% кондиционных семян департаментом агропромышленного комплекса Курганской области предусмотрено 33 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Таким образом, количество элитных семян для сорта обновления увеличится в два раза по сравнению с 2016 годом. Да и погодные условия в этом году буквально шепчут. В этом году как бы посевная идет, на мой взгляд, немного удачнее, потому что нам не мешают осадки в этом году. За весь период посевной мы ни одного дня не стояли по причине дождя. По гектарам тоже в этом году мы идем немного с опережением к прошлому году, благодаря тому, что в этом году более четко выстроена вся логистика. Рабочие отмечают, посев в этом году намного лучше, нежели в прошлом. Погода соблаговолит, а значит, должен быть хороший урожай. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».